Чарльз Рошер стоит первый и крупнее. Почему, на самом деле, никто не знает, потому что его роль в картине, она примерно одинакова со вторым императором Карлом Штруссом. Вот еще один кадр, который говорит о том, что это европейский фильм. В Америке в те годы подобного архитектурного пространства быть не могло. А почему? Кто скажет? Почему? Сейчас узнаем. Потому что Мурнау четко следовал заповеди, по которой работает Пикассо. Плохие художники копируют, хорошие художники воруют. Идиллическая картина. Лунный свет. Классика такая романтики. Естественно, символизирует любовь, примирение. Если до этого, когда я говорил о картинах, повлиявших на Мурнау, мы скорее говорили о некотором влиянии, то это точная цитата.